тебе дарим самую, в твою коллекцию веревок, мы дарим самую уникальную веревку, которую мы сделали своими руками. Показываю его видео. Показываю. Это рельефная резьба, которая называется веревка. Монументально. Это полчаса назад. Да? Не полчаса, а час назад. Крутяк. А громкость можешь там прибавить? Разгайся про самогон. Я топором взял. Серёня, это... А можно автограф поставить? Мы думали, так, что вот вырезать... Я принесу это самое, фломастер. А и... где вот я его поздравление дарил? Поздравление? Ну вот последнее, ну да. Нет, ты снимала на это. Ну, вот. Шур, ну ты не подготовил. Шрек, не урони. Я же всю юность занимался, детские городки. Нет, ну конечно, камень рубить это топором, вот от этого. Вот так вот и делается. А теперь я полностью делаю, а папа доделал. Ну честно, я не сам. Ты снежка, не сливай папу, не сливай. Спасибо, класс? Ребята. Да, позвольте. Убой вообще. Позвольте. И на нее, кстати, можно и херес поставить. И херес с ним. Да. И херес с ним. И херес с ним. Здравствуйте. Мы когда-нибудь сидят. Это веревки, ну скажи. Блин, круто. Веревка деревянная. Ты Никитин. Карапузик, привет. Это я Сережа. Не видел, дядя Сережа. Да. А я с Никитой еще не поздоровалась. Нет, вот он. А? Ну, вот я с тобой-то и не поздоровалась. Я зато с Никитой маленькой. Куда? И унес куда-то, берег. Херек ставить. На самом деле... Сень, куда берем? Куда берем? Моторчик у него там все. Есть. Я ее как крыло подвешу. Да, снимали, снимали. Согласен. Я пытался, да. А гений-то можно на голову ставить. Так.